Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада видеть вас на моем канале. Пришла к вам с очередной хвастушкой, улыбкой. Я думаю, вы чувствуете прям по моему голосу, не сходит с моего лица. Вот такую потрясающую малышку с цыпленком лепила я на своем закрытом уроке. Для тех, кто, возможно, на канал попал впервые, я хочу сказать о том, что у нас есть как бесплатные, спонсорские, так и платные уроки. Проходят они в закрытом режиме, но все они продаются, и их можно, конечно же, приобрести. Для этого вам достаточно написать мне в любую соцсеть под видео, после чего вы получаете реквизиты для оплаты, а после оплаты вы получаете ссылку на урок. Все ссылки у нас постоянные, поэтому не нужно переживать о том, что через какое-то время она станет неактивной. Нет, пока жив YouTube, ваша ссылка будет с вами. А немножко хочу поговорить о самой фигурке. Лепила я ее из мастики Top Decor, без проволочного каркаса, конечно же, она. Также для лица, рук и всего остального никаких молдов не было использовано. Я надеюсь, что данная фигурка вам понравилось, что вы захотите приобрести данный урок, слепить ее и, конечно же, украсить ваш тортик. Ну что ж, не буду вас больше загружать своей болтовней, буду ждать ваших лайков, буду ждать ваших комментариев. На сегодня все. Всем пока-пока.